Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования на выборах президента России будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это, как и в предыдущих избирательных кампаниях, будет региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Впереди у экспертов работа по подготовке активных граждан к этой работе. Планируется, что на каждом участке будет несколько независимых наблюдателей, чтобы они могли подменять друг друга на протяжении всех трех дней голосования. У нас по отношению к нашим прошлым выборам большое количество наших активных, неравнодушных самарских граждан, они действительно хотели принять участие. Конечно, мы им в этом отказать не можем, потому что понятно, что комфортная жизнь на территории субъекта происходит при самом главном активном участии его жителей. Планы работы общественного штаба обсуждали на заседании совещательного органа. Учитывая опыт прошлых лет, подготовку наблюдателей будут вести по нескольким направлениям, в том числе и по работе с социальными сетями, для того, чтобы обеспечивать максимально объективную оценку происходящему на участках. Даже если у вас есть доступ к видеонаблюдению, вы должны знать, зачем наблюдать, зачем смотреть, что видеть. На обучении мы будем долго рассказывать о том, за какими ситуациями следует смотреть, какие законодательные основы есть у наших выборов и на что нужно обращать внимание. И, собственно, те моменты, на которые они будут обращать внимание, наши наблюдатели, именно это будет находить отражение в их постах в социальных сетях. Именно общественные наблюдатели становятся защитниками интересов избирателей и гарантом легитимности выборного процесса, поскольку представители партии или самовыдвиженцев настроены в первую очередь защищать права своих кандидатов. Общественные же наблюдатели в целях контроля за ходом голосования и, конечно, в первую очередь, это законность голосования, процесса всего, защита избирательных прав, активного избирательного права наших граждан. Они должны действовать именно в интересах всех избирателей. Это принципиальная позиция, которая исповедуется всеми теми, кто берет на себя миссию общественного контроля за ходом голосования. В этот раз в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Его заместителями будут президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун, Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.